Ребят, привет! Я вас хочу пригласить на открытую встречу, которая состоится 12 и 13 ноября в Питере. Я вас всех жду. И, конечно же, первый и второй день они будут кардинально отличаться друг от друга. Что мы с вами поговорим, о чем в первый день? Конечно же, мы поговорим о неедении. Конечно же, мы поговорим об автономии. Что это такое? Что это дает? Как к этому прийти? Каким начинает быть наше физическое белковое тело? Для чего это нам? Что это нам дает? Какие преимущества есть в этом для нас? Зачем это нам нужно? И стоит ли идти в аскезу? Как выйти в это состояние без каких-то таких моментов, которые нам не очень приятны? Мы обо всем об этом поговорим. Ну и, конечно же, мы поговорим на второй день. Что такое наш физический мир? Что такое наш материальный мир? Что он нам дает и что мы не можем взять? По каким причинам мы не можем взять? По каким причинам мы остались там, где мы сейчас стоим? Почему мы не можем продвинуться вперед? Вроде бы все знаем, все книжки смотрим, спикеров видим, каких-то умных людей, сами все это понимаем, но вперед не можем продвинуться, не можем продвинуться к самому себе, чтобы быть богами в нашей жизни. Обо всем этом мы поговорим. Пишите.